В спортивной школе «Олимпиец» прошли соревнования среди групп начальной подготовки первого года обучения, посвящения в спортсмены. Соревнования проводились как спортивно-игровая программа, включающая в себя визитную карточку команд и ряд эстафет. Были представлены показательные выступления спортсменов старших тренировочных групп. Все команды и участники, независимо от занятого места, были награждены грамотами. Самые ловкие, самые быстрые, самые сильные.